Жильцы этого дома являются потребителями третьей категории. Допускается в случае аварийных ситуаций перерыв в электроснабжении потребителей третьей категории в течение 24 часов. Допускается каким нормативным актом? Допускается нормативным актом постановление номер 861 правительства, постановление правительства Российской Федерации номер 861 правительства Российской Федерации этим нормативным актом. Там расписаны категорийности, все вот эти вот вещи. То есть можно его посмотреть? Да? Вот открытый у вас интернет есть, откройте, там хорошо. Будет написано все эти моменты. А будете возмещать убытки? Вот, значит, подождите. Подождите, да, я вас слушала, вы меня послушали. Да я еще не договорил, я же, наверное, на камеру говорю. Поэтому я вам говорю. Допускается перерыв электроснабжения 24 часа. Как только пройдет 24 часа и 1 минута, потом будем говорить о том, что мы нарушили свои договорные обязательства. До того, как не прошло 24 часа, или энергоснабжающая организация не нарушила свои договорные обязательства, не нарушила, как бы, пожалуйста. А вы бы 100% нарушили, если бы мы никуда не обращались. А реагирование через сколько произошло? Реагирование сразу же произошло. Реагирование не произошло. Вот здесь обманывать скажите, не надо. Скажите, во сколько произошло реагирование? В 9 часов вечера, когда я подала заявку в Горэлектросети, мне сказали, вызывайте своего электрика. Нет, мы ну вызвали подожди. Электрика. И что он сказал? У нас не доходили фазы. Электрик, одна фаза не доходила. Электрик позвонил и сказал, то, что нет фазы. Двух фаз нет, не ну, было. Ребята, потом послушайте. Одной фазы значит, не было. Реагирование, там не реагирование. Нет, 24 часа. Это наши. Сегодня целый день были наши электрики. Вы сейчас только появились. Сейчас. Вы не несете убытка на карман. На час назад вы появились. Вы отговорились по закону. Что после вы мне прикажете сделать? У меня все мороженое потекло. Все полуфабрикаты. Никого здесь все, не кто подождите, это ваш магазин? Я арендую, да, магазин. Подождите. Значит, если вы арендуете магазин, и у вас такие, значит, проблематичные моменты возникают с этим, получайте технические условия, становитесь потребителем второй категории, и тогда у вас будет два питания, одно основное, другое резервное, и вы будете переключаться.